В Сургуте двухлетний мальчик, выпавший с четвертого этажа, полностью восстановился. Накануне его выписали из детской травматологической больницы. Как рассказали медики, ребенка доставили без сознания с множественными травмами. У него были ушибы конечностей, грудной клетки, легких и разрыв селезенки. У врачей были буквально считанные минуты на диагностику повреждений, после чего они приступили к операции. Для спасения жизни малышу пришлось удалить селезенку. После этого мальчика перевели в реанимацию. Практически неделю он находился на искусственной вентиляции легких. Из-за ушиба легких развивалась пневмония. Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. Как рассказали в травмцентре, ежегодно после падения с высоты к ним в больницу попадает около 80 человек. И самое печальное, что 20% – это дети. Ребенок поступил без сознания, в состоянии шока. Трудно было определить на первый взгляд, что происходит с ним. Поэтому при обследовании выявлена сразу травма внутрибрюшная, разрыв селезенки и кровотечение внутреннее. Ну, вот так в первую очередь справляемся с кровотечением. Селезеночка в данной ситуации она была разбита полностью, поэтому она удалялась, селезенка. Без селезенки живут люди, потому что такую же функцию выполняют и печень, и лимфатические узлы. То есть можно жить без нее спокойно. Еще 197 югорчан победили ковид. При этом в регионе зарегистрировали 170 новых случаев. Заболевшие есть во всех муниципалитетах. Коэффициент распространения инфекции на 0,06 ниже единицы. Такова статистика за минувшие сутки. Лидером антирейтинга остается Сургут. Здесь ковид подтвердили еще у 40 жителей. В Нижневартовске 27 заразившихся, в Ханты-Мансийске 16. В остальных городах и поселках по 13 и менее новых случаев. На момент выявления инфекции у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ. У 28 зафиксировано пневмония. Под наблюдением медиков находятся свыше 12 тысяч югорчан. Состояние 138 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 103 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наталья Комарова оценила благоустройство одного из дворов Белоярского. Глава региона встретилась с жителями первого микрорайона на их новой детской площадке. Ее возвели в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды. Кроме игровых комплексов для детей, во дворе также появились уличные тренажеры. А еще здесь обустроили тротуары и площадки для сбора коммунальных отходов. Отремонтировали опоры освещения, заменили светильники и ограждения у спортплощадки. В ближайшее время рабочие займутся укладкой ударопоглощающего покрытия в игровой зоне. Отмечу, большой ремонт в первом микрорайоне обошел бюджету Белоярского района почти в 9,5 миллионов рублей. Еще около полумиллиона в обустройстве двора внесли сами жители. Мемориал «Звезды Югры» пополнится тремя памятными знаками. Их устанавливают на фасаде Музея геологии, нефти и газа вот уже 15 лет. Звезды зажигают в честь выдающихся деятелей, трудовых коллективов, организаций, значимых мест и событий Югры. На этот раз знаки установят в честь академика, доктора геолога минералогических наук Владимира Шпильмана. Своя звезда будет у почетного разведчика недр, полного кавалера ордена трудовой славы Владимира Соловьева, а также знак установят в честь трудового коллектива компании «Лукойл». Торжественное зажжение новых почетных звезд состоится 31 августа в Музее геологии, нефти и газа и будет приурочено к празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности.